в руках. Что, манго? Собирает кокос, который старый кокос. Молодой кокос не получается на конфет делать. Вот так и старый кокос собираюсь, очищаю там руками. Вот так. Вот так. Я так не умею. Так. Они так руками очищают, так и с руками. И потом, как очистили такие, да? Тоже руками. Ломается кокос. Руками ломается. Вот так. Такие орех. Будет на конфетеле. Масла очень много. На них очень много масла. Вот такие масла, такое там туда. Перемолоты сюда. Сюда перемолается. Вот эти они очень много, внутри они очень много масла. Эти они себе такой орех, премолот. Это премолот, но это инструмент такой. И потом, вот сюда, смотрите, да. А это инструмент, они разъемают. То, что орех, это премолот. И получаются такие... Масло. Вот эти масла на кастрюле там варит на конфеты. Вот дальше пойдемте, там бригада не варит. Там они на солнце выкладывают. Вот. Вот такие, да, они там на это инструменты. Крутит, пока они там это липко стали. И липко. Вот на это конфетке они там могут добавить туда. Аракис, кофе, какао, дуриан вот такой. Можно берите попробовать, да. Очень вкусный конфет, такой натуральный. Спасибо. Возьмите, берите натуральный конфет кокосовый. Теплый еще. Берите, это очень вкусный такой конфет. Это не аниме там. Саракис. Это аракис, да. И что там вкусный, как раз какао. Кофе, имбирь, ананас, вот такие, они очень много. Ну как, вкусные, да? Такие конфеты вкусные. Ой, сейчас делаю. Упаковываю. Когда новый, когда натуральный. Кайфуй, да? Они там разные. Кислый кокос, кокосный на конфет, да? Они там как и риска. Как и риска. Ну вот и рисовой бумаги. Бумага рисовая, да? Так, расскажу. То, смотрите. Так, вот, смотрите, да? Это конфеты, да? Внесли, это бумага. Бумага внесли, выкидается. Может выкидать? А внутри это там, это бумажка, там, это рисовая бумага. Это может прямо есть. Смотрите, там, возьму. Так, откройте туда, вниз туда, внутрь, да, да, да. Да. Все, ты будешь конфет? Потому что есть прямо это рисовая бумага. С рисовой бумажкой, ну вот одну возьми. Прямо да, вот это такое да, есть, такой. Рисовая бумага, да, да. Вот. Ты серьезно? Есть, есть можно, да. Это рисовая бумага. Ну что, съедобно? Что такое? Могу вкусно? Мягкая такая, ага, прикольно. Наливай. Ну, вот чистые вот эти вот. Да. Не хочешь? Что там, змея еще, да? Ее тоже на халяву. Вот эту змею? Надо попробовать тогда. Ой, а это что за дрянь?